Всем привет, с вами ZeroPoint. Мы продолжаем проходить Мафию 2, но... Продолжаем, но начинаем новый DLC под названием Джимми's Vendetta, потому что за бетрайлер в Джимми мы прошли на 100%, как вы видите, на уровне сложности средний. Очков у нас тут 500 000, и мы начинаем продолжение первого DLC. Вот, бетрайлер в Джимми. Это продолжение, короче, Вендетта, да. То было Бетрояль предательство, Вендетта это Вендетта. Вендетта что такое, я не знаю. Но я думаю, я узнаю. Так, уровень средний я ставлю. Все, и погнали. Сразу, Джимми посадили в тюрьму, напоминаю. Как он оттуда... А, ну вот, собственно говоря. Не всегда так было. Я был, в общем, отличным парнем. У вас проблема? Зовите Джимми. Беда? Зовите Джимми. И что я с этого поимел? 15 лет среди ребят, которые готовы сосать друг у друга за пачку сигарет. Ну такое, блядь. Скажем так, я был уборщиком. Убирал дерьмо за ребятами, у которых не хватает ума самим подтереться. А потом меня самого подтерли. И как я раньше не догадался. Ух, нихуя себе. Это что, блядь? Что у них-то? Почему привито с котлетой такого не было, я не понимаю. Вот если бы привито с котлетой такое было, это же вообще было бы лучшее просто. Ебать, все на одно лицо, посмотри просто. С другой стороны, у меня было время подумать, кому стоит отдать долги. Сегодня... А, он взял и выпустил. Сегодня вот, будет смотри, отличный какой. День. Смотри, он взял, открыл Джимми дверь. Нихуя себе. А чё он его открыл-то? Он думает, я его спасу, что ли? Да пошёл нахуй. А, или он подставной. Как-то слишком хорошо, сейчас или никогда, тюрьма охвачена бунтом, воспользуйтесь возможностью и сделайте ноги. Только быстрее, бегите со всех ног и вы снова обретете свободу. Избейте охрану и бегите из тюрьмы. Хотел сказать, избегайте охрану, это избейте. Почему такого нельзя? Я вас тут наедине оставлю. До свидания. А, значит, ты... Ой, блядь. На, сволочь. Шо? Не умеешь драться? Иди в жопу тогда. Ой, знаю все. Знаю, два DLC прошел, я думаю, я научился. Ебать, ты чё, сука? Пошёл в жопу, блядь. Стреляет он. О, здорово. Как дела? Как дела твои вещи? Тут и тут время идёт. Ну ладно, тут логично, что время идёт. Типа бунт когда же закончится. Вот. Нихера себе. Вот это нормально сейчас было. Вот это красиво. Да я в курсе, да. А можно оружие спиздить какое-нибудь? Тут полотенца какие-то, ладно. Ой. Ой, добрый вечер. Или это утро? Это добрый день. Ну ладно. Ой, добрый вечер. Ты что делаешь-то, сука? Иди нахуй. На, блядь. Ну давай вставай, чё-то. В курсе, что время, половину времени прошло, вы только сказали. Давай баллончик возьмем, баллончиком по еблетам, дуплетам стрельнем. Баллончиком. А, все? Да, вообще и как. FPS в катсцене. Ни хрена ее, как засняли-то? Ой, я вылез возле своей квартиры. Или нет?
Это квартира, в которой он жил раньше. Что за хуйня? Как он мне оказался-то? Нормально. Блин, ну что так хреново? Ну серьезно. Оу, здесь какие-то новые миссии. Смотри, они по-другому обозначены. Вот угоны также обозначены, а это по-другому. Опа. Машинки заспавнились. Хорошо. 50 баксов. Кто мне заплатил, интересно, за то, что из тюрьмы сбежал, кто-то заплатил мне. Обучение в основном свободе. Вы потеряли все, кроме храбрости и жажды мщения. Этот город держит под контролем двое. Два босса, которые не понимают другого языка, кроме крови и насилия. Два предателя, которые не остановятся ни перед чем. Ваша задача уничтожить их организации, а потом убить их самих. Убить, а не убить. Это те двое, которые давали нам миссии в прошлом DLC. Транспортные потери, это уже название миссии, соответственно. Главарь банды, большой Сэл Гравина, ваш старый друг, который сначала выдал вас, а потом пытался убить вас в тюрьме. Он первый в списке. Банда большого Сэла каждый месяц возит в США сотни краденных машин и сбывает за большие деньги. Покажите Сэлу, что вы вернулись. Уничтожьте партию машин в доках. Отправляйтесь в доки и уничтожьте все отмеченные машины. Ну, это вообще легко. Это легко. Если мне дадут оружие, конечно. Оружие у меня с прошлого DLC осталось. А, нет. Только дробовик. Дробовичком мы тут уничтожим все вообще. Давай. Не-не-не, я хотел взломать, ну ладно. А то сколько я уже не взламывал эти машины, я уж не помню. По-моему, я их не взламывал очень давно. Вот опять просадки какие-то вонючие. Вот от чего они, не понимаю. Комп мощный, почему? У меня как бы без записи. И с записью, если вертикалку выключить, то у меня У нас тут въехали. Я думал, коптер. Ну ладно. У меня без вертикалки, как бы... под 200 FPS на ультрах с физиксом включенным в 2К. Это как бы нормально. Уебались. Ой, тихо. Не догнали, сволочи. Они же в порт за мной не поедут. Он вышел, он вот дурак, а? Он вышел. Не понял, а я же... Я думал в этот в сити-порт ехать, а здесь куда-то в другое место. Ну ладно. Ну ладно, Сэл Гравина, держись, выпьем за твое очко, как говорится. Так, это злые, да? Мне кажется, нет. За очко Сэл Гравина. О, машинки Чарли стоят. Опять я про машинку Чарли заговорил. Ну, машинка Чарли, она машинка Чарли. Про нее нельзя не говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё? Вы чё, друзья? Я же просто поздороваться хотел. Да что ж такое? Да можно попасть-то, нет! Ебать, у тебя, блин, чё ты... Тиран, что ли? Из-за резидента. Да короче, иди сюда. Ну и где ты? Ну и где ты? Где ты? Нет тебя, ну и пошел в жопу. Бамс. Бамс. Опа, это свой. А птица не своя, да? Вот. С этой стороны можно? Нельзя. Хорошо. Ёбнем с этой стороны. На нахуй. Ой, блядь, идут. Смотри, по карте видно. Вы думали, вас не увижу, да? Чертяги. Спокойной ночи. Нихера я хедшоты поставил. Нихера я хедшоты поставил. Вы видели вообще это? Вообще. Вообще круто сейчас было. Так, бензобак этой хуйни не видно.
Вот и все, собственно говоря. Собственно говоря, все. Новых пушек мы не подняли. Вот этот вот сволочь где, непонятно. Мне кажется, на крыше. Мне кажется, он на крыше сидит. Нет, его на крыше нет, значит, я не знаю, где он. Значит, он где-то в текстурах застрял, там заспавнился и застрял сразу. А безопасная зона у нас где? В принципе, недалеко. Миссия очень легкая, потому что она первая самая, как бы. А тут будет обозначение вот по звездам, по этим. Я просто не видел, там были нарисованы звезды возле значка с миссией. Блять, как выехать отсюда? Я к этому, к Дереку уже приехал, хвостик. Нет, тут сложность обычно обозначалась звездами. Типа 4 звезды сложно, 5 звезд пиздец, 1 звезда легко, 2 звезды средний, 3 посложнее. Вот раньше было так, сейчас не знаю. Аккуратно, Джимми после тюрьмы, по-моему, стал пиздить еще больше. Ну, просто там он не напизделся, это сам собой не разрешает пиздеть, а то это еще больше срок ему дадут за шизофрению. Вот. Обучение не забывать. Не забуду. Это я знаю все. Опять 50 баксов. Кто мне заплатил, если я работаю сам на себя, я не понимаю. Так, у нас. Угон. Угон, ну почему бы и нет? Шуберт пикап. Пикапчику. Вот он, пикап Шуберт. Что вам не устраивает? Давай Шуберт пикап. Вот этот угоню и все, и нормально. Мусора отъебите. Шуберт пикап. Вот кому нужен пикап? Вот этот друндульбасик угнать и нормально. Пикап какой-то. Что на нем возить-то? Что ты умеешь? Тут еще один. Блять, ты че? Сука, таксист! Ну так вот после этого не говори. Я его не видел. Я не знаю, я в глаза долблюсь или в очко долблюсь, но я не видел его, серьезно. Я не видел этого таксиста. Я его не видел. Так, колесо то самое, которое в прошлом DLC было. Если вам нужны деньги, возьмите заказ у автодилера. Не предлагать вот на машину. Все знаю, все знаю. А, Чарли, смотри, смотри, это Чарли, ебать. А нашему клиенту нужен Шуберт пикап. Это легкий грузовичок. То, что надо возить контрабанду с побережья Empire Base. Надо Шуберт пикап и доставить его. Это Чарли, вы видели, у него там это шильдик был его написан. Сука, он меня будет бесить, я чувствую. Сука. Вот сука. Он был этот в DLC Joss Adventures, если кто не смотрел. Но я думаю, смотрело большинство. Не у меня, так у кого-нибудь другого. Не так у кого-нибудь другого проходили сами, как бы. Ой. Здрасте. Вы не против? Я попользуюсь. Спасибо. Спасибо, очень любезно. Я потом верну. Я верну потом. Шучу, не верну. Я не себе угоняю. Там продать его хотят. Вроде как дорого. Чтобы контрабанду возить. Не, ну Чарли меня будет заебывать, вот серьезно. Ну я отвечаю. В Joss Adventures не было угонов, но Чарли уже успел заебать. И таксист тоже, сука, посмотри, что сделал. Он меня столкнул во встречку. Сволочь, а не таксист. Я ехал, если бы таксист не проехал бы на 10 сантиметров вперед, я бы уместился бы. Что за логика? Куда мы его везем? Мы его везем туда, где была прошлая миссия. Где мы разнесли половину порта. Не половин порта, а половин машин портовских. Чарли, значит, тут где-то обитает. Ну ладно, ладно.
Прохладно. Даже очень. Вот 1808. Сколько у меня денег? Все, мы бомжи. Облезлый хвост. Давай по облезлый хвост пройдем и закончим на этом. Где моя машина? Тут должна быть моя машина. Ладно, угоним пикап. Чего бы и нет. Посмотри, как он взламывается. Посмотри, как он взламывается. Его можно отверткой взломать. Там язычок один этот. Можно просто отвертку туда просунуть или ножик какой-нибудь и открыть его. Самый легкий вообще. Я, по-моему, никогда не встречал таких легких этих вот взломов. Вот это поебень, наверное, легко взламывается, потому что это говно, а не машина. Вот. Ну, выглядит она как говно. Может быть, она едет по-другому. Так, мне прямо я могу срезать, да? Ушел. Я, кстати, не помню это место. Я эту срезку не помню, я тут ни разу не срезал. Я умею водить, не лезь. У меня категория С, между прочим. А на нее попробуй выучиться еще. А, звездочка есть, смотри. Облезлый хвост. Вы выследили Пепе Гамбино. Пепе мелкий поганец, который возбуждается, избивая проституток. Но он ухом увивается вокруг целой гравины. Может, он выведет вас на своего босса. Проследите за ним. Кто знает. И Пепе на что-то годен. Следуйте за клиентом, в кавычках, и не попадайтесь ему на глаза. Хорошо. Просто проследить, да. А чё картинка была, как будто я убиваю долбоёбов каких-то? Зачем мы будем долбоёбов убивать? Зачем мне объезжать вот так вокруг, если я могу здесь проехать? Зачем мне ехать вот здесь, если я могу съехать по лестнице и просто прямо потом проехать? Тоже не понимаю. Проедь-то, ну. Отошли отсюда. Я еду. Кто-то уже успел починить это ограждение, пока я читал миссию. Интересно, вот почему миссии в рандомных местах находятся? Там, ладно, была бы какая-нибудь встреча с каким-нибудь персонажем, там. Ну тут про... Ой. Здравствуйте. А вы чё так сразу щеманули-то? Господин, а я... И вы чё, меня узнали, что ли? Я просто... Этот... Шофёр, блядь. Просто коробки на юг везу. В чём проблема-то? Чё-то, ну как-то и быстро едет. Мне кажется, надо было... в самый последний момент повернуть. Я давлю газ в пол, если что, и я его не догоняю. Ну, возможно, его таксист притормозит чуть-чуть. Блядь, да сука, я не могу. ДТП, водитель хочет скрыться. Откуда вы меня увидели? Понял? Вы что, дебил? Они с развязки выезжали и увидели меня. Я не могу, да. Там копы перегородили дорогу. Никак он будет объезжать. А, они уехали. Что ты делаешь-то, сволочь тупая? Что ты творишь? Дистанцию-то соблюдаем, нет? Там еще летят два дебила. Я его никогда не... Куда, сука? Что ты делаешь, блядь? На, тварь. Да как он уходит-то? Я давлю. Ну там поворот, возможно, притормозил. Нахуенно. Ай, хорошо. Возьмем Thunderbolt. Фургон немножечко не в... Тут Thunderbolt стоял, в смысле? Ладно, угоним Шуберт фрегат. Я не угоняю. Возможно, угоним. Да я не угоняю, я тебе сказал. Ясно. Я тебе сказал, я не угоняю, ты что, дурак? Преследую. Ты что, дурак? Понял. Скажи, ты дурак? Мне кажется,
Кажется, каждый владелец кабриолета через крышу запрыгивал. Каждый. Зашибись, теперь эту машину разыскивают. И ближайший мусор, который едет здесь, сейчас меня узнает. Конечно, блядь. Конечно, сука. Ну и что ты сделаешь? Ну и что ты мне, сука, сделаешь? Ну давай. Таксист его тормозит. Ладно, подождем таксиста. Не-н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 е-
Таксист ебучий, блядь! Пошел в жопу, блядь! Ай, сука! Куда ты подошел к нему, блядь? Что ты делаешь, нахуй? Быстрее! Ну я знаю, что я теряю его, блядь. Таксист какой-нибудь, может, встанет, притормозит его там. Я догоню. Каковы шансы, что я его догоню сейчас? Никакие, понятно. Ой, блядь. Начинается, блядь. Вот Тандерболл стоит. Если он, сука, пропадет сейчас... Тварь. Ладно. Быстрее. Все, мусоров нету. Вот какого хуя? Вот почему они так по таймингу постоянно подъезжают-то, а? Ушел. Ушел! Блять, ну что ты делаешь, а? Надымил здесь. Ну, кстати, дым выглядит охеренно, я не знаю почему. Почему в Forza Horizon 4 дым выглядит хуже? Пока же до пятой Forza тут далеко. Хотя на самом деле не очень. В четвертой Forza вообще ужасный дым был. Его там не было. Ну, был, конечно. Очень-очень слабенький. Вот еще самое интересное, сколько за ним следить. Просто времени не густо. Он может ехать, он потом может на мост на этот огромный заехать. Потом на хайвей выехать, потом поехать назад в объездную. Потом заехать к Гарику там на район, там купить у него пушку. Потом заехать к Джо Барбара. То есть это как бы... А может быть это Вита Скалета едет, как бы и к Джо поехал там гостиницу взрывать. Так что хуй его знает на самом деле, сколько за ним следить надо. Но его пытаются подрезать, и это факт. Или он кого-то пытается подрезать, это уже я не знаю. По сути, он должен приехать уже. Потому что там перестрелка будет какая-нибудь питерская. Мне кажется, он едет в Линкольн парк. А если он едет в Линкольн парк... Это все понятно. Ой, он тормозит, смотри. Он приехал. Или не приехал, да? Приехал. Ой. Там красный треугольник на карте. И че? А если я буду на машине за ним ехать, законно будет? Убейте. Точно убейте? Точно, игра? Яблочко. Сука. Адьёс. Почти. И все? Серьезно? Да. Не, ну охеренно дым выглядит, смотри. Я пытаюсь вырулить, если чё. Тандерболт. Я обожаю эту машину, нахуй.
стало. Да. Thunderbolt на самом деле охрененная тачка, а еще розовая. Это прям Джо Барбара подходит под цвет барбариски. Не. Б. Опять 45. Чё, Ауди опять? Ну да. Ладно, на этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.